Хей, йога, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названию Borderlands The Pre-Sequel. И окей, в прошлой серии мы где были с вами, правильно? У Сфинкса. Типа робо-сфинкс. О. Здорово, мут. Точно. Хорошо, что я вспомнил. Оказалось, что тут еще один лежит. Продать нужно все. Yes, yes, yes. Индарки оставляем. Вот это фуфло можно продавать. Фигня, 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 фигня. Я оставлю. Урон в ближнем бою фигня. Урон в ближнем бою фигня. Фигня, фигня. Фигня. Фигня, фигня. Блин, я не знаю, по сути это хороший щит. Но мне так. А у меня это херах жизни, смотрите-ка. То есть у меня будет 1000 хп, но я даю. Прибавляю себе очень много емкости щита. Блин, я думаю, что щит получше будет. Давайте щит оставим. Вот так много думаешь, железяка? Что я очень странный? Блеск. О. На хранилище. Не, типа, похоже на арену какую-то. Типа, там будет кто-то выходить. Очень сильно похоже на арену и много места, куда можно будет прыгать. Говорить? Золото! Я пришла спасти надежду и саму... Так... Самовыражение железяки. Надежда самовыражение? Да, ну в общем, я их сделал и улучшил. Воу! Воу-воу-воу. Я понял. О, я понял. Тихо, 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 тихо. Новый уровень. Тихо, 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 тихо. Приятель ты мой. Ура! Тебе удалось освободить, пожалуйста, скорее назад. О, фу. Фу, из-за тебя все они снова стали скучными. Ты отстой. Надежда самовыражения могут тебя вернуть ко мне. Они... Так, отвердили. Так, давайте смотри. Видишь? Ты смотришь на них. Не-не-не-не, ребят, задыхаем, задыхаем. Я смотрел вообще на данной пушке, потому что она довольно не ну, хорошая. Блин, емкость магазина у нее похуже, да. Урон хороший. Ладно, на продажу. Хотя, можно и взять... Ладно, полетели, я думаю, здесь... Ой. Еще есть? Тут еще что-то есть? Это такое. Барахло, ладно, полетели. Ну типа, еще два мини-босса, считайте, было. Проели, так сказать, дорогу они. Заберу все, что здесь есть. Нет, добро поулетало. Ух ты, какой пистолет. Так, а то у нас с чем? Есть или с прицелом? Ну смотрите, по магазину она лучше.
Можно его заюзать. Так, снайперки патроны. Давайте посмотрим по стрельбе. 50-50, ладно, попробуем. Но замечу, что там у нас только 4 патрона, а здесь у нас 10. Эта пушка получше будет немного. Так, ладно, прокачаться. Пипец, у меня уже почти все перномутировали. Ложно. Так, сразу давайте по щиту посмотрим. Надо ли мне этот щит? Щит на века. Высокая емкость снижается. Так, усилие щита при повреждении. Но не вы видите, задержка очень хорошая. Ой, он так медленно пополняется. Жопа. Не, ну, в принципе, можно, слушайте. И... А пипец, он скоро стреляет, ну, быстро просто. Работает на ура. Почему ты такой медленный, блядь? А, я понял. У нас потому что здесь такие пули дерьмовые. Здесь урон жесткий, но... А, пускай будет. Так уж и быть, пускай эта пушка будет. А, я не прокачал. Тим, я забыл. Я забыл прокачать снежный ком, снежный ком. Не, ну, по сути, пушка классная. По сути, пушка классная. Ну, пули, пули. Пули это очень медленные. А мне нужны пули очень быстрые. Поэтому нужно искать пушку где-то более получше. Так, сейчас попродаем все. Дай мне надежду и самоуважение. Чтобы я смог открыть тебе проход. А теперь впусти меня внутрь и следуй со мной или тоже за нами. Или точнее за нами. А, нет, сейчас я не пойду, мне нужно продать. Блин, я не... А хотя, смотрите, она очень охерительно. Тихо, стоять. Я не знаю, по сути, вот этот розовый цвет, он лучше, чем вот этот. Ну, спорно. В общем, повышается по ходу стрельбы. Но по урону, смотрите, по точности она лучше. Скорострельница меньше. Перезарядка одинаковая, емкость одинаковая. О, ну больше той. Но той урон молнии больше. 50-50. Ладненько. Пускай будет пока что так. Погнали. А так, стоять. Я ж не попродал ничего. Блин, вот снайперка, по сути, хорошая, но, блин, у нее такие данные отвратить. Тебя тоже, ну, может, ты не нужна. Так, кислота стоять, кислоту я ставлю.
А пистолет получше же будет. Ладно, пускай в утиль. Это дело в утиль. Так, а это тоже считается у меня оружие? 8 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мне нужно так 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Оно тоже считается. Главное, я ее никуда не могу не выкинуть. Ничего такого. Пипец. Так, что, где тут жуткие роботы мои? Я могу, но сначала смотри. Анализирую источник H. Окончательное энергообеспечение все еще возможно. Я чувствую то, что чувствую в этот робот. Так, установка Валхантер XC. О, я так волнуюсь, сделайте меня крутым, как тогда, когда я был роботом-ниндзя, только на этот раз я буду на... Старение добра. Успокойся, папе нужно подумать. Ну вот. Выгрузка завершена. Фотограф готов к работе. Вот это совсем другое дело. Наконец-то ты будешь так приносить пользу. Я чувствую себя странно. Но я ведь еще крутой, да? Я был с удовольствием так представляю воспринимать, но не могу быть сразу перед стоит счастье, искатель хранилища. Нет, Джек. Я тот, кем должен был стать, железяка. Я кем могу... Ни хрена. И кем я мог стать, не поддерживая сразу протокол, так как карантина. Без моего управления боевой протокол Фрейджи был обречен стать нестабильным. Анализирую. Ты единственный его друг здесь. Просто он этого ничего не знает. Твой ручной искатель хранилища дает мне надежду и самовыражение железяку. Теперь я смогу пробореть дороже, еще глубже в его... Разум или что? Я не успел, слишком быстро. Вместе. Из Спарты секреты, из источника H. Мы будем несокрушимы. Иди, иди за мной. Иначе умрешь. Очень интересно. А теперь двигайся за моим источником H. Да сейчас пойдем за твоим источником H, подожди. Денежку возьму и пойдем. Все, путь. Вау, погружение. Я вообще не понимаю, что происходит. Я не могу заглянуть так далеко в код. Похоже, я теряю тебя. Окей. Фиолет. А, тё, это хилка. Всё. Так, подсознание. Под в сознание. Ты во владение. Подсознание. И скорее они станут моими. Это что сейчас было? Это что-то новенькое было. Это реально что-то было новенькое. Это скорее всего вот это глюк называется, да? Это был глюк того, что я очень много и быстро стрелял. Мне такой же нужно снайперку найти. И будет вообще... Не, смотрите, ну как-то 50-50. Сказать, что щит очень быстро разносят, нет. Ой-ой-ой, вот это вот плохо. То есть такими мне бочками лучше рядом не стоять, тут просто минус жизнь. Просто минус жизнь. Это граната. Thank you.
критиканул. Давайте я лучше тебя с этого развалю. Отлично. Ну, замечу, что у меня щит тоже максимально быстро восстанавливается. Как бы то ни было. Как бы то ни было, быстро все пополняется. Так, стоит ли мне туда идти? Стоит, там хороший сундук, я вижу. Но, скорее всего... О! Хорошо. 10 тысяч! Вау-вау-вау. Это опасная тема. Вот это уже опасная тема. О, потрогать железяку. Даже там такое, да, есть задание еще. Так, мне нужно еще троих потрогать. Камешек за 5, камешек за 1, 150 уже есть. Не доверяй своим чувствам. Это место мне тебе. О, вот эта херь сейчас, похоже, это, знаете, как в игре Dark Souls. Не можешь поймать меня? Или догнать меня? А вот это уже плохо. Вот сейчас, да, у меня пушка залагала. А все? Вот это что я говорю, пушка бывает лагает. О, все, перезагрузил. Не доверяй ему. Ой. А, больно. Я целился вечно, тебя искал. Даже не знаю, что это место существовало. Но теперь я снова в команде. Какая редкость. Что-то здесь все вверх ногами. Вау, вот это психоделично. Это я понимаю что-то с чем-то. Это сейчас настолько сложно для осознания. Не, ну это круто, на самом деле, сделано. Сделано круто. Не, ну щит как бы помогает, да, я типа живу. А подожди, я же когда умираю, у меня щит полностью, да, восстанавливается? Шикулос. Ну, когда я типа вторую жизнь выигрываю. Если да, то это реально шикулос. Труп. Так, мне понять, куда идти, что, зачем, для кого. Ладно, пойдем сюда. Сейчас могло все взорваться.
Так, ладненько. Ай, что-то кусает. Я сверху или снизу? Их пойми. По всему этому. А я ускользаю. Зараза. А знаешь, я могу рассказать кое-что полезное о... И что это? Не помню. Ты имбецил. О, вот и хороший ящик. Моды. Так, это мод, который у меня есть, да, уже? О, нет. Смотрите, у меня такого еще не было. Привет. Хочешь сыграть в смертельно опасную азартную игру? Русская рулетка? Еще более смертоносная игра. Поставить все на вращение цилиндра. Ха. Ты лох. Я говорил, что игра азартная. Но я проговорил, что я не могу в случае победы... Я забираю все твое добро. А я такой плохой. Ха-ха-ха. Но, чтобы ты это больше походил на игру, первый ход сделаю я. А ты можешь только подождать своей очереди. Так, у меня две пушки. Одна постановка заражается, а другая вообще нет патронов. Это мне... Нет, стой. Это... Нет, это... Стой, это же для меня. Сейчас. Проверю. Наоборот. Блин, ну понимаете, он просто стоит. У-у-у, у меня сейчас просто в глаза. Он стоит на полу, а я иду по вершине. Все. Изи выиграл. И я могу взять одну из пушек. А, ну там нету прицела. Да? Там нету прицела. Да? Подожди, подожди. Ай, херня. Ух, так. Да-да-да-да-да. Пока не ушел. Так, там есть какая-то тропинка. Хорошо. А, не, я не то смотрю вообще. О. Какой-то мини-хребет. Не, здесь тоже как бы пасхалок много в игре. Это бесспорно. Какой-то подарок. Ну, давайте. А знаете... Бу! Ха, это никогда не надоест. Эй, хочешь увидеть кое-что реально страшное? Блядь. Что же? Сумма нескольких страхов. Хотите узнать, чего боится железяка? Отлично. Сыграем на самом сильном страхе маньякового робота. Это будет ржачно. Давай копнем поглубже. Крошечный... Так. Ушком железяки. Что он боится больше всего? Смотри, что тут есть. Открой, открывай. Давайте я тебя отмечу, чтоб, если что, я тебя добавлю. На превью. Вот так, да, где-то. Лестница. Какой супер ужас. Да ладно, мы же не на такой способны. Открывай, открывай. Привет, путник. Он за себя боится. Мы же способны на больше, так? Да, поехали. Это совсем не страшно. Система говорит, что самый главный страх здесь... Так, что это? Иди туда. Посмотри, какой там. Ну, поехали. Так, ну я это в игре не помню. Хижина. А птыхэбахи, все, я птыхэбаху я помню с первой части, помните? Все равно не страшно. Ох, даже самый жуткий кошмар, железяки никуда не годится. Но может станет поинтересно, если поговорить с тем деревенщиной. Помните, в какой-то серии Техабаха, типа, умер?
И он типа повесился. Да, я, да, я это помню. Кто здесь? Ты пахнешь деньгами и насилием. Духи же... Так. Она пускай наболтает, я не хочу ее озвучивать. Кому мне уже целую вечность никто не заходил? Сегодня годовщина гибели моей залюбленной Мэри. Слушай, можно тебя попросить об услуге? Мэриам обожает цветы, называющие поцелуй пустыни. Они почти такие же красные, как и она. Если заполнишь ими тут вазу на алтаре, я буду очень благодарен. Найти цветы, хорошо. Один цветок. Блин, интересно, железяка может вообще сам по себе летать? Опа, да? Так, а вот это вот. Готово. Это, походу, самый тяжелый, да, цветок, который был здесь. Недолет. Да? Похоже, тебе удалось их найти. А не сихи мне. Так, надеюсь, скоро будет страшно. Потому что точно сейчас супер скучно. Ух ты! У тебя все получилось! Большое спасибо! Помощник, ты хоть куда? Люди из тебя как такой погибели. На сегодня у меня неожиданный приступ. Мэри была бы счастлива с тобой познакомиться. О, дорогая, с каждым днем я скучаю по тебе все больше и больше. Скоро снова тебя увижу. О, да ладно. Железяка больше всего боится одиночества, и все. Я то надеялся, по крайней мере, нащупать. Понимаешь? Я его страх перед одиночеством других людей. Он не замыкается в себе, а стремится к другим. Ну ладно. Ладно, хватит. ТК просто хочет вернуть свою жену, неужели ему... Откажут в такой... так малости. Знаешь что? Эй, мой разум, и в... Мэриан, клянусь скагами дерьмом. Иди сюда, дорогая. О, Тедди. Я так по тебе скучала. Бельчонок мой. Ой, не надо, мне стошнит. Мы все знаешь, как это должно закончиться. Так что, люди, давайте... Вносить внимание всем чужакам, пожалуйста, приготовьтесь к уничтожению. Спасибо за сотрудничество. Уничтожение, ну нахер. Искатель хранилища, спаси меня! Звучит восхитительно, вперед! Мэри, ну все в порядке. Я сум. Наконец-то! All protocols activate murder, murder, and manslaughter subroutines. Oh, no! Not these guys! Так, они повсюду, да? Тихо. Мне нельзя щит ломать. Ой-ой-ой, я поджёгся, это плохо. Вот это уже плохо. Крыса. Бум. Так, становится более сложнее. Ой, вот эта херня очень жестко, тихо. Тихо, я в хорошей точке, я очень в хорошей точке. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
отлично. Тихо. Лазер, он убийственный. Тихо. Псинка, тихо. Ну, что сказать о пистолете? В принципе, нормально. Если бы только пули летели очень бы быстрее. Ты даже не представляешь, как... Я счастлив. Мэрин снова со мной. Значит, в мире все хорошо. Я как бы сейчас сел, если бы не боялся. И что нога отлетит. Спасибо еще раз. Раз, спасибо. Да не за что. Слушай. Так, осталось пособирать добро. Так, там деньги упали, слушай. Так, слушай, спасибо за помощь, конечно, все эти люди не настоящие, но жители моего подсознания не сильно хуже, да? Так, давайте смотреть. Эта пушка дерьмо, но она стоит побольше, поэтому я и возьму ее. То, что стоит больше, то я и беру. Ну, смотрите, мы... Сказать честно, пока на нас не напали, когда выскочила эта тварь, я реально пересрал, я жутко пересрал. Когда появился, меня аж передернуло. А теперь все нормально. А теперь все изи, все нормально. Меня скоро апнут. Ух, отличненько. Медленно. Да. Слушайте, мы можем, в принципе, за ним последовать. Либо... Ладно, последуем. И... Ой, я слишком быстро бегу. Ладно, давайте, короче, я думаю, на этом закончим. В следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.